Мечта начинающих актеров театрального кружка 41-й школы сбылась. В этом году здесь провели капитальный ремонт актового зала. К тому же рядом сделали небольшую гримерку. Также на средства из городского бюджета в 1 200 000 рублей в школе отремонтировали бойлерную, закупили оборудование в пищеблок. Кроме того, здесь провели реконструкцию стадиона, обустроили футбольное поле, беговую дорожку, зону для гандбола, волейбола, баскетбола и силовой городок для воркаута. Заниматься тут будут и ученики 22-й гимназии. То весь спорт всегда начинается со школы. То есть если ребенок приобщается к турнику, к бегу, к футболу, мы всегда начинали играть на школьных стадионах. И далее уже по ситуации ребенок развивается, идет в взрослую жизнь и продолжает заниматься спортом. В 7-й школе в течение 3 лет шла реконструкция пищеблока. В этом году работы завершили. Заменили большинство оборудования. Косметический ремонт провели в столовой зоне. Школа принята комиссией с поощрением. В этом году был завершен капитальный ремонт пищеблока. Сегодня там все у нас современное, красивое. Мы в этом году сделали капитальный ремонт 2 туалетов. И на сегодняшний день мы завершаем ремонт стоматологического кабинета. По традиции, косметический ремонт силами учителей и родителей провели во всех классах. Сегодня итог совместной работы оценил председатель Совета территории номер 17 Юрий Дьячков. Он отметил, что школа – центральное место всего округа, и ей будет оказано должное внимание. То, как будет выглядеть школа, в каких условиях будут учиться дети, для меня, как руководителя, Совета территории, это наипервейшая задача. Я буду делать все для того, чтобы эта школа всегда была в лидерах и чтобы дети всегда были счастливы и довольны. В 27-ю школу в День знаний придут не только школьники, но и детсадовцы. На базе учреждения вместо класса по рисованию и лаборатории создали группу предшкольной подготовки на 25 мест. Уже получена у нас мебель, к 1 сентября будут расставлены столики, шкафчики, получено оборудование, музыкальный центр. То есть все наглядные пособия, которые необходимы для детей в этом возрасте, они имеются, и к 1 сентября все займет свое место. Председатель Совета территории номер 18 Михаил Бажинов сегодня оценил проведенный ремонт кровли и спортивного зала. Всего на округе расположены 3 школы и 5 детских садов. Их благоустройство стоит на первом месте в планах Совета территории. Есть планы по благоустройству территории, есть планы по благоустройству школы. Очень хотелось бы нам получить здесь свою спортивную площадку. Все-таки школа – это центр нашего микрорайона, как я уже говорил, центр Совета территории. И для всех ребятишек, и которые учатся в школе и живут вокруг, было бы, конечно, прекрасно заниматься в новой спортивной площадке. Оценить все изменения школьники смогут уже в понедельник. Педагоги уверены, результаты ремонта детей порадуют. Маргарита Платонова, Александр Поддубный, к этому часу, Белгород.